Жил-был в одном царстве царь, и было у него три сына. Два плохих. Но однажды случилась беда. Выбрал Иван-царевич одну из трех. И привела она его прямо в лапы серого волка. Но приглянулся Иван-царевич серому волку. Спас серый волк Ивана-царевича от беды. К жизни его вернул. А что же дальше-то было? Перенес серый волк Ивана-царевича за 39 земель в царство Афрона. Здесь, в чудесном саду, подкрался серый волк. И добыл Елену прекрасную. Да только Елена, как увидала Ивана-царевича, так и полюбила его всем сердцем. Но на этом наша сказка не кончается. А что же дальше-то было? Вот и привел серый волк Ивана-царевича к Елене Прекрасной. Посадил волк Ивана себе на спину и вместе... Да, времени прошло немало. Три дня и три ночи притомились, остановились отдохнуть. Но и тут серый волк выручил Ивана. Пожалел волк Ивана. Силы свежие ему придал. Да пообещал сослужить службу верную. А что же дальше-то было? Посадил волк Ивана себе на спину и вместе... Застигли их тут Ивановы братья. И такая зависть к Иванову счастью братьев обуяла, что решили они его... Стали братья метать жребий. Кому достанется серый волк? Елена! Коротко ли? А пришло время расставаться. Немало они слез пролили. Притомились. Бросилась тут Елена на свободу. Древняя, как сама Былинная Русь. Стой! Елена! Всем постам, следуйте к башне. Но на этом наша сказка не кончается. А серый волк... Он нашел ту, о которой всегда мечтал. А серый волк... Скоро будет с тобой. Младший Иванушка-царевич... Скоро будет с тобой. Елена... Скоро будет с тобой. Жар-птица... Скоро будет с тобой. Кока-кола... Скоро будет с тобой в 5 сериях. Пей легенду.